бы родители меня поняли и не осудили бы, они бы нормально это восприняли. Но для этого, я думаю, лучше бы как-то почву подготовить. Ну, произошла такая ситуация там жизненная, которую я, например, не могу простить моему мужу, да, например. И так вот пошла, посоветовалась с мамой, сказала: мам, что мне делать? У меня мама бы, наверное, поняла. Ну, мы с ней хорошо общаемся, и она бы поняла меня в этом вопросе. Думаю, что мама бы тоже поняла, все равно, как бы, дочь родная и видит, наверное, отношение, как бы, мое к мужу там или это, и она бы поняла бы сразу. Мама, прости, но так случилось. У нас не сложилось, мы расходимся, мама бы всегда меня в любом случае поняла. Ну, к сожалению, не сложилось, не получилось, не срослось. Ну и также мама бы меня поддержала в любом случае. Не говорить о каких-то серьезных переменах в вашей жизни можно только в одном случае – кризисное состояние здоровья пожилого родителя. Во всех остальных случаях замалчивание развода может привести лишь к еще большим неприятностям. Например, об изменении вашего статуса расскажет кто-то другой. Любая тайна в семье, она отнимает очень много сил и энергии. Нужно очень много стараться, там, не сказать лишнее, подговаривать всех знакомых, близких, соседей. А это невозможно в любом случае. Если родители узнают от кого-то другого, а они узнают, они могут обидеться и почувствовать себя совершенно не близкими людьми своим детям. Сказать также обязательно нужно для того, чтобы получить поддержку от своих родителей, даже если они уже не молодые далеко, они всегда могут поддержать своих детей в трудный период. Конечно же, для любого разговора должен быть подходящий момент, это не должен быть праздник, это не должен быть какой-то тяжелый период, спокойная обстановка. Рекомендуется сказать кратко, лаконично о самом факте, потому что вы уже взрослые и можете жениться и разводиться, совершенно не давая отчет никому об этом.